Владимир Ильич, вопрос по Корейскому полуострову. Новый год принес, с одной стороны, обнадеживающие новости, контакты, линии, возможные встречи, а с другой стороны, тревожные, когда начинают мериться кнопками, чья кнопка ядерная больше. Как вы думаете, как вы оцениваете развитие ситуации вокруг Корейского полуострова сейчас в новогодние дни? Я думаю, что господин Ким Чен Ир, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу. У него есть ядерный заряд. Есть теперь ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, которая может достичь любой точки практически земного шара, во всяком случае, любой точки на территории его вероятного противника. И теперь он, конечно, заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить. Он грамотный абсолютно, грамотный и зрелый уже политик. Но надо исходить из реалий, из того, что есть, а исходя из реалий, действовать крайне аккуратно. И если уж и ставить перед собой трудно решаемую задачу денуклеаризации Корейского полуострова, то делать это только через диалог и через переговоры. Думаю, что как бы сложно это ни казалось, но это в конечном итоге возможно, если все участники этого процесса, в том числе и северокорейцы, убедятся и будут уверены в том, что их безопасность может быть гарантирована и без ядерного оружия. Вот близко очень к вашему вопросу и предыдущий. У нас вот с теми же американскими партнерами идет дискуссия по СНВ-3. Вот сейчас они вдруг заявили, это правда в рамках договора, что они хотят часть носителей, самолеты и подводные лодки, переоборудовать в их шахты, переоборудовать в такие, которые нельзя использовать для применения ядерного оружия. В принципе, в договоре это предусмотрено, но в договоре также записано, что это возможно только в том случае, если другая сторона, в данном случае российская сторона, верифицирует такие изменения и убедится в том, что возвратного потенциала не будет, что их назад невозможно, эти шахтные установки или соответствующую технику на самолетах-носителях, перестроить назад для использования под ядерное оружие. Пока таких доказательств у нас нет. И пока это вызывает у нас определенную озабоченность. Но диалог идет, и я надеюсь, что он будет позитивным.